Как бы, ну, человечек, как бы, ну, он слышит, говорит, дурить просто не будем, он же не знает, почему, про что, да, то есть, говорю, как бы, Гаррет, давай-ка, ой, не Гаррет, да, Гаррет, иди, давай, действительно, помогай человечку, а мы, наверное, немножко подремем, как устанешь, ты же меньше всех спишь, как, ну, как устанешь, толкнешь кого-нибудь из нас, как бы, нормально все будет, пока человечек делает. Так, хорошо, я пошел, в общем, Если что, буди выхожу, меня, у меня сон такой нормальный, иду, крепкий. вот, собственно, вот сюда в комнату, да, захожу, как бы сажусь, как бы, ну, как бы выражая действия свои тем, что я как бы собираюсь ему помогать чем-то, вот так. Ага. А теперь давай мы с тобой кинем. Я кидаю против 12, а ты кинь, пожалуйста, на свой интеллект, Гаррет. 12 ниже. Против 12 Против тоже, да. 12. На. Давай. Ой-ё. Саня, еще раз Ой-ой-ой. что-то. О, нормально. Два против двух? Саня, Отлично. у тебя эта камера Ага. как исчез ты с Агл 20. Да, пророк. Да, Я да, да, исчез? да, 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 А да, я да, вообще это перезайди. нормально. А мы тебе вообще не нормально. Я перезагружусь. Давай, перезагружайся. Ну и чё? Вот. Микрофон из кадра. Какое-то время проходит, вы начинаете засыпать. Кто у вас Так, засыпает? видно Все же. троём, да? Ну Да. да, как бы Да. мы дремем, конечно, а Прямо надо за же столом. выспаться. Гаррет, а тем временем ты, когда вы занимаетесь починкой этого инструмента, рации, огромной рации, которую он поставил, он тебя просит подержать какую-то плату, ты ставишь туда свой палец, как он говорит, и тебя так легонечко дает током, так прям так. Происходят какие-то искры с другой стороны совершенно. Он так смотрит, ой-ой. Ты что делаешь-то? Ну надо осторожней как-то. Смотрит. И ты понимаешь, что он говорит, ой-ой-ой-ой, сейчас. А что Блин. случилось? Чё, ой-ой? Ты видишь, как начинает что-то дымиться, он потом отключает что-то у себя в небольшом распределителе энергии, да, и он говорит, слушай, давай-ка я сейчас пойду помою, отолью. А ты, короче, сиди здесь. И ты понимаешь, что он это сделал. Явно, он явно играет сейчас. То есть у него явно какое-то такое недоговаривание у Замысел. тебя идет. Ты чувствуешь от него какую-то неискренность. Он явно вот сейчас перед тобой разыграл какой-то спектакль. Так, ну хорошо, ты подожди. Блин. Сейчас, Я, пауза. короче, пойду схожу, отолью Не, по-быстрому подожди, и вернусь. Окей? А? пауза. Пауза. А, окей, хорошо, давай. Я, наверное, вас разбужу или чё? Думай. Я с вами хочу посоветоваться, я же не просто так паузу поставил. Думай. А, ну Не, ладно, не, как ну бы, у я тебя сейчас, есть время, не, я подумай. ладно, я буду действовать. Только потом не говорите, что я неправильно Не, поступил. я боюсь его, ребят, Гаррета, просто давайте лучше. Не, ну ты предлагай, что делать, а потом мы, ты предлагаешь, что ты хочешь. Ну. Да, ну давайте я, блин, а как его задержать? Я не знаю, ну Зачем задерживать задержать. человека? Носы ему на ногу, я не знаю. Зачем Скажи, за... тоже можешь поссать. Зачем, зачем задерживать? Смотри, мы по сути лежим. Ты можешь пнуть там, я не знаю, разыграть тоже спектакль какой-то в плане того, А, ну что. хорошо. А, ну ладно. Подожди, смотри, Давай. подожди. Что ты можешь сделать? Во-первых, каким образом ты нас можешь незначай толкнуть там, либо как его сказать, что у тебя убеждение прокачано, сказать, да погоди, там пацаны тоже поссать хотели выйти, как бы он я как бы этот толкнем. Ну, то есть, понимаешь, у тебя ты можешь послать его с нами, да? То есть, можешь это сделать, как вот там, я не знаю, сказать, так, погоди, нужно сейчас посмотреть, да, что там у тебя, ну, чтобы ничего не потерялось, пока будешь выйти, давать никак, пока сложь, а я как бы там, я не знаю, там, Не знаю, до А, ну, пацанов да, дойду. хорошо, То есть все хорошо, то же, ну, понял. то есть тут то же самое. Мы уже, у меня, как бы, мы уже как бы встанем, да, уже что-то попробуем. Ты потому что ты прекрасно понимаешь, что этот, как мы просто сказать, что типа там бобер, там не знаю, играет с выдрой, там, ну типа такого, там, знаешь, там прикалываться. Они же, он же знает, что мы дураки, ё-моё, то есть такая. Притом сказать, что типа, да нафига тебе далеко уходить, ё-моё, тут же шмотки твои лежат, сам прекрасно понимаешь. Давай он подойдем в соседнюю эту, как его, квартиру она наша, пойдем по сыну туда, мы сать ходили, как бы, попросим, сейчас я толкну ребят, да, они по карауле, там, если ты там доверяешь. То есть понимаешь, то есть, ты, то есть нужно
возможно разбудить, сказать, ну хорошо, я тоже хочу отлить, да, пойти этот, как, ну при этом толкнешь наш, типа мы отлить, скажу, о, а мы, я тоже хочу отлить, пойдем вместе в соседнюю, там, не знаю, комнату. И все в пятером пойдем. А что, зачем? Оставим, например, Акселя, Женя, я и Дима. Не-не-не, меня оставлять не надо, я пойду. Он слямзит что-нибудь из рюкзака у него по-любому. А, не, да нормально, давай он Женю оставим, он самый такой правильный. Ну, то есть, все, я как бы, я тебе рассказал, что бы я бы сделал. Так, давай, снимаем с паузы? Все, да. Вот, он начинает вставать и смотрит на тебя так внимательно, чтобы так... Ох, ну наконец-то, ну ладно, давай, а то я себе вот палец еще обжег, я тоже уже давно хочу отойти, пойдем вместе тогда уже что ли? Так, ну вот я не знаю, как здесь решить, хочешь ли его персонаж на самом деле или нет. Кого, ничего? Хочет ли его персонаж на самом деле, ну будем считать, что хочет, окей. Угу. Вот, вы встаете вместе и направляетесь к выходу, а так, ты будешь кого-нибудь толкать, расталкивать? Да, я вообще, идем к выходу, значит, ага. Я такой, ну, мы проходим, и я такой специально громко говорю, пацаны, мы поссать, и толкаю пилю, нет, кто здесь лежит в проходе? Я валяюсь тут. А где вы лежите? Да я вот возле тебя лежу. Вот прям так, как лежите, ну, все да, хорошо. На пол легли. Значит, я тогда этого ногой прям пинаю своей культяпкой. Акселя. Пацаны, я тоже глаза протираю, задремал уже. Я с вами, короче, поднимаюсь, короче, с ними. С другой стороны подхожу к этому кренделю, и мы выдвигаем. А остальные были не надо? Остальные, я не знаю, ну, а вы услышали, не услышали? Я не услышал, я сплю хорошо, крепко, мне нормально, я ничего не слышал. Не, ну ты можешь кинуть IQ, если ты прокинешь его, то ты проснулся. Ну, вот засранцы, отвечай, вот... Друг другу, я, говорит, пнул его, да я по всем бы прокатился, ем, еще плюнул бы на кого-нибудь там. Толкнул, сказал, ты че, говно, пойдем пострем. О, вообще, великие игроки. Давай, кидай. Я на 14 же у меня, да? Да. Против 14, вот натуре, это пипец, а с кем я играю? 6, все нормально, прокинул. Да, ты проснулся кто-то. Я такой слышу там, что-то где-то я открываю глаз, говорю... Ой, гусь. Этот, не, да подожди, пускай лежит, да, пускай лежит. Говори, я такой открываю глаз, стоять! Говорю, погодите, у меня нога затекла, пацаны, стоять, погоди. Говорю, гусь, скотина, ты пообещал мне помочь. И беру, короче, и кидаю в гуся, как, ну, легонько, то есть это, кидаю там, что лежит у меня там, мусор, потяну. Кидаю в его сторону. Кидаю в гуся. Ты проснулся, Жень. Ты персонаж гусь, проснулся. Гусь, слушай. У меня нога что-то затекла. Говорю, погоди, стой. Иди массируй. И говорю, не надо мне массировать. Говорю, Аксель, как его, возьми меня, помоги. Гусь, ты давай здесь потуси, а то мы придем, тут кто-нибудь насрет. Последишь, потом сам поссать сходишь, братюнь, хорошо? Ладно, я останусь здесь. Да, то есть как бы и мы втроем выходим из квартиры. Ага, хорошо. О, так, не в тему, ну, да, четвером. Мы направляемся все в туалет, да? Недалеко от этого мужика идем. Я специально громко говорю, не то чтобы там ору, да, чтобы разбудить всех соседей, ну там же соседи есть все-таки. Ну. Ну я как бы сделаю так, чтобы Пилюлькин еще услышал. У тебя там произошло-то с рацией. Я такой поворачиваюсь, а что случилось, пацаны, что такое? И почешиваю сам ногу, такой, пытаюсь, ну сам размять ее, говорю, ребят, а что сложаться это случилось? Там я хотел этого Тридокнайта упыря послушать. Такую липит хинею. Ну, как бы, хоть какую-то. Что случилось? Поворачиваюсь до этого пацана. Что-то это. Кратнул, короче, я что-то не понял. Я лазил по всей схеме, вроде она стандартная. А там, похоже, кусок шрапнель, что ли. Да, кидайте теперь все. Вы кидайте против своей внимательности ваших персонажей. Это. Дима 12. Та-та-та-та-там. Гус 10. Аксель 10. И... А, нет, 14. И Денис 14. Так, а я кину против значения. Я 0, это нормально? Да, 0 это нормально. Попал, ой. То есть, да. Ох-ох-ох. У меня 3. У меня 1. У меня 3. А, нормально, все равно кто-то опрокинул уже, все равно нормально все. Да, прокинул Гус и Дима. Гусь и Дима, вы чувствуете, что он что-то не договаривает. Он явно что-то вот разыгрывает здесь из вас каких-то идиотов, наверное. Он пытается вам что-то втюхать. Ага, ну, кстати, ну, так, погоди, он договорил, да?
Ну, я как бы такой немножко переключаюсь и начинаю. А он разворачивается по-быстрому такой, знаешь, чтобы никто не остановил его, быстро слинять. Такой и пошел таким, быстрый шаг. А я его догоняю, как бы... Да-да-да-да-да-да. Просто вот так, ну, как бы равняюсь я с ним. Я тоже живу. Ага. С другой стороны, я обхожу. С ним и начинаю рассказывать то, что... А я вот, знаешь, у меня очень чутье хорошее. Ну, то есть, я очень много там служил. Я служил там. Я вообще вот очень хорошо чувствую, просто не знаю, когда люди врут просто. Я останавливаю Гаррета, говорю, не обращай внимания, он, походу, в кинологах там служил, там он этот, как его, там же собаки. Пингвинов не знаю, что это. Я говорю, давай прям здесь отольем в стороночке, как бы это не проблемка. И звонить будет же, ну. Ложу ему руку на плечо и прям показываю, давай. Да ничего страшного, тут и так все воняет, давай посымись прям здесь. Давай. А он как-нибудь реагирует на то, что я соврал, или мне надо прокинуть? Не, он напрягся, ребят, вы сразу это чувствуете, вы видите, он напрягся. Да. И мы, короче, как мы сым. Он, короче, сыт, где ссать будем? А, прям в коридоре, ну как? Не, ну как, к стеночке подойдем? Да. Давайте. Но, вы к стеночке подошли, я стою сзади. Подожди, нам поставь героя человека, где он сыт около стенки, мы сейчас себе расставим друг друга. Ну давайте. Угу. Давайте вот это противоположное, просто как будто бы оно так. Вот так вот. А, ну хорошо, все. Я со своей стороны просто стою и говорю, давайте быстрее сыти, там дырка где-то в полу, давай, пацаны, я потом следующий за вами. Аксель, ты че потерялся? Я тоже говорю, давайте, я потом за вами, короче, а сам клееночку разминаю. Да. Сым, дальше что? Пилюлькин, ты придержи этого бобра-то, держи своего бобра, держи. Моего бобра? Ну я не носу тебя, нормально. Не твоего бобра держи, его бобра держи. Да мне его бёрму. Держать, сейчас... ну, я говорю, не обращай внимания, да он дурак. Бобра, он с бобрами там вообще общается. У него что не поссать пойдет, так сразу здорово, бобер. Не, ребят, то есть это нормально. Я не такой, я не даю другим мужчинам своего бобра держать. Ну, я не знаю, Гаррет... Причем здесь твой бобер? Вообще выдра. Можно я пристрелю Гаррета? Я говорю... Это пипец. Это пипец. В этой игре, возможно, все, Денис. Он что, сменил пол? Какая это нахрен выдра? Гаррет, ты что мелешь? Ты не обращай внимания, он у нас немножечко того. Он да у нас устал глупый. Просто, и писать хочется. У него пиписька болит, так что все нормально. А ты представляешь, он в реале. Гаррет идет в туалет, сидит такой на унитазе. О, бобер пошел. Да, это пипец, Дима, ты вообще. Дима, ты перещеголял даже Вову Румаруку, я тебе говорю. Я просто. Я не знаю, что ответить. Я стою и просто. И я просто стою и думаю, египетская сила просто. Ну, и жду, пока он поссыт, этот тип. Ну да, мы, собственно, делаем свои дела, и чё? Ну, я не знаю, что он делает, я просто стою. А парень, вы замечаете, что парень долгое время не может вообще никак ничего сделать, он смотрит на вас с разных сторон. А потом братюнь, что там у тебя с бобром? Тихо, не надо, не пугай. Что ты говоришь, Шурик? Он пытается высадить из себя что-то из серии, фразу. Ребята, а вы вообще по какой теме-то? Я говорю, не обращай внимания, вот Гаррет и Аксель, они этот из цирка Щепетос сбежали, два упыря, короче. Аксель как вис, он когда ныть начинает, ему винтовку показываешь. Это моя винтовка! Вот так вот. А Гаррет ему, он как этот, что видит, то и говорит. То есть не обращай внимания, он дурачок местный. А ну я понял. Ладно, он расслабляется вроде, у него выходит струя, то есть все в порядке. Он обливает ее всю стену, заливает, что-то рисует, там пытается. Стоит долго, что-то разминается, как-то так. Вот, он через некоторое время заканчивает. Ну че это какое, я пойду там что-нибудь еще поделаю там своим, скажу что-нибудь. Пару слов кину. Как рация? Ну, ща я что-нибудь придумаю, сделаю. Ща посмотрю, может, что-нибудь есть там внизу.
Не, я говорю, а братюнь. Как же пистолет твой? Мы же тебе его отдать хотели. За рацию. Ну, я не знаю, ну что я... Да мне 5 минут, что ли? Нет, там, сходить куда-нибудь, там, что-нибудь сделать. Я поворачиваюсь к мужику, говорю, братюнь, я, конечно, все прекрасно понимаю, но согласись, у тебя сейчас что-нибудь с твоего рюкзака пропадет, ты на нас будешь думать, а мы не такие люди, у нас все нормально, все хорошо. Давай сделаем таким образом, ты доделывай как бы рацию, а потом уже как бы иди куда хочешь, потому что, ну серьезно, как бы мы договорились, за столом сидели, кушали, как бы все нормально, все хорошо, я давай чисто по-братски. Я тебе сейчас кусок отдал. Он этот тип ему вообще тебе кусок свой отдал, ё-моё. Ну, не знаю. Ну, давай, братюнь, пойдем доделаем. Ну, серьезно, братка. Кидать на убеждение? Да нет, здесь не надо кидать на убеждение. Но. Он все и так понимает и идет вместе с вами. Вот. Сейчас я уберу отсюда токен один. А гусь где стоит? Я вот вопрос у меня. А он, да, гусь в дверях. В дверях стоит гусь, ну. Он возвращается обратно сюда. И садится на пол. В позе лотоса снова паять. Уходит. Я что делаете вы? Я со своей стороны, мы стоим здесь, да, говорю, ребята, делаем таким образом, ну, спим по очереди. Ну, я говорю, тихо, все равно они же туда ушли, говорю, ну, да, спим по очереди, то есть с ним сейчас Гаррет сидит, как бы пускай как бы сидит, а один из нас, как минимум, один из нас должен сидеть напротив, чтобы видеть обоих, и сразу же стволяра на готове, на всякий случай договорились. Пацаны. Да, я вообще спать. При этом, давайте, наверное, делаем таким образом. Не то, что стволяра наготове. Здесь будут в одной комнате двое, и там Гаррету один как бы будет помогать. Кто из нас как бы первый пойдет именно, ну, с Гарретом именно в ту комнату? Ну, я пойду, постою здесь. Вот. Ага. Ну, хорошо, мы заходим в комнату, и я делаю так. Вот так, просто вот так, прям вот так вот делаю, говорю... Фу, гусь, насрал, пшел вон отсюда, говно, сколько можно, говорю, Гаррет, забери этого засранца, тьфу на него, ё-моё. Ладно, иди ложись здесь, господи, вонючка. Говорю, надоел, ё-моё. Во-во, бздит как конь. Конь-конь, вообще лошадь тыгыдымская, ё-моё. Тыгыдымская та еще, ну. Да, то есть такая вот тема. Гусь приходит, наверное, гусь. Да, то есть ты должен зайти в комнату и там в углу просто лечь в случае чего на один прыжок. Ну как, лечь таким образом, чтобы на один прыжок прям раз его схватить, понятно? Ага, понял, хорошо, договорились. Тогда поставьте свои токены так. Вот он там у стенки работает. Здесь. Гаррет, ты не уходишь? Остаешься? Не, я рядом с ним сижу. Да, он остается, остается, да. Я помогаю ему. Хорошо, тем временем вы так... Окей, хорошо, так. А, я спать лег просто. Да, нам выспаться надо обязательно. То есть дело так, потому что усталость же пойдет. Окей, отлично. А что он кинул? Я откуда знаю? 14 выпало ему, засрали. Окей, отлично. Ты все слышал? Ну и что? Вот, вы лежите. Он два раза кинул? Ну хорошо, ну. Вот. Вы лежите, валяетесь неподалеку от него. Гаррет, тем временем занимаешься вместе с ним починкой. Он реально вытаскивает какие-то части шрапнели из вашего этого, из вашей радиостанции этой. Вот. И чинит все переходы. Он делает очень мелкую работу. Он прям маленькие переходики все перепаивает, все платы переделывает. Очень много времени это занимает. Но... Ты понимаешь, что он поглядывает очень странным взглядом на тебя, на ребят вокруг. Иногда он встает, так разминается, потому что затекает его спина, шея, ноги. Иногда он просто валяется на полу, осматриваясь вокруг. В общем, парень явно как-то не очень доволен своей ситуацией. Он понимает, что вы сейчас его, по сути, удерживаете. Вот, это ему очень не нравится. Он прям вообще... И, видимо, не знаю, последняя ли попытка, он говорит, слушай, это, говорит тебе он тихо, осматривайся, смотря как спит гусь. Гусь, ты спишь ведь? Ну, я лежу как бы, ну так. Полглаза дремит, ну, чтобы среагировать. Ага. Это, есть еще поесть у вас еще? Говорит он очень тихо, чтобы ни в коем случае гусь не услышал. Ну... У нас вроде было что-то, но там все у ребят, их будить надо тогда, чтобы что-то достать. А можешь сам достать что-нибудь?
Ну и чтобы не будить лишний раз, ну наверняка же можно. Так, Мика, если не будить, вон Делюлькин вообще на своем рюкзаке спит, ничего не достанешь у него. Я чертов пройдоха. Слушай, а че это с этим парнем не так, а? Каким парнем-то, с Гусем, что ли? Ну да. А что с ним такое? А ты в курсе, что он вообще-то из Братства Стали, да? Да он как из Братства Стали, ты вообще куртку нашел где-нибудь, наверное, пока за этим смертокогтем бегал, но он нафантазировал себе там из Братства Стали, он из Братства Стали. То есть все-таки он за ним бегал, да? Ну, там ходил, что-то за ним исследовал его, я не знаю, он вообще не самый адекватный человек в нашей пати. А кто самый адекватный? Ну так я адекватный, Пилю. Кто ж сомневался? О, понятно. Ясно. Он что-то делает, ты замечаешь, значит? Он делает еще какую-то странную приблуду. Он берет небольшой пластиковый пульт старый от телевизора. И разбирает его оттуда, начинает вытаскивать плат, какие-то детали и что-то делает. А чё, ну я такой спрашиваю, как бы. Странно, причем не касающийся итерации. А, тут просто деталь такие, а тут, короче, такая ерунда, что не хватает некоторых вещей. Каких нужно вещей? Немножко я чуть-чуть совсем разбираюсь, давай я посоветую, что. Ну нужно вот отсюда, короче, вот это достать, вот это, и сюда переставить, в общем. Двойка, говорит он. Выпала. А вот теперь кидай, пожалуйста, Perception против. Сейчас скажу. Дима Гаррет. 12. Та-та-там. Та-та-там. Да! Бог рандома, молодец. Ты видишь, он просто делает. Вытаскивает из пульта какие-то детали. Бэх, код. Вот. Вытаскивает из пульта какие-то детали, и он вставляет их, какую-то часть из них, там мелкую, небольшую, там транзисторы, что ли, какие-то резисторы, он вставляет их в вашу рацию. Ох, да отберег тут пульт, да, давно, в общем, пытался. Можно на паузу поставить? Да-да-да. А, ну мы обратно не оттягиваем. Ага. Я сразу говорю, ребяткам, Дима, знаешь, что бы я сделал со твоей стороны? Да. А, я тебе просто говорю, почему я так говорю, не потому что такой весь такой самоумный и все остальное, а вообще мы же учимся, правильно? Я бы сделал так, смотри, ты не прокинул, но я бы сделал так, погоди, это же рация, вот этот, если сейчас мы что-то туда запихаем, ё-моё, меня Гаррет убьет, ой, этот гусь убьет, он такой, он злодей, ё-моё, погоди, ничего не запихивай. Он сейчас увидит. Он и что, а увидит его? Нет, понятно, отматывать не надо. Я могу это прямо сейчас сказать. Нет, все, не, ну я специально, ну чтобы не этот. Я просто почему тебе говорю, потому что, ну чтобы этот. И чтобы, вплоть до того, что разбудить, чтобы каждый, сука, ой, каждый кинул на интеллект и эту тему заметил. Или отмотаем? Как не, хотите. Я могу отмотать? Зачем отматывать-то? Не, что ты говоришь? Я могу сам просто сейчас так сказать. Да, ничего не отматываем, просто сказать. Я знаешь почему? Не, ну хорошо, я знаешь почему так говорю? Потому что сейчас ты сыграл в одного, мы играем четвером, и у нас как минимум четыре раза мы можем кинуть. Правильно, Шурик, говорю? Да. Но получается так, да. Но тебе надо это отыграть. Не просто так, а пускай он кидает, а ты просто такой, стой, да ты погоди. Меня гусь вообще сейчас затопчет, вообще на, он скажет, что за фигня ему, он мне доверил ему, а он скажет, что-то левое, погоди, стой, он сейчас фитнес же будет ему, и он тебе начнет уговаривать, скажет, да нет, ничего не видно, да ну нафиг ему, он вообще пипец, я говорю, он мне в прошлый раз чуть не проредил в башню ему, это вообще ему, а Пилюлькин, это вообще дурак ему, нет, давай сейчас у них спросим, на всякий случай, ты понимаешь, какая ситуация, то есть можешь дурака включить, да, то есть как бы начать фигню пороть. Ну, я так и сделаю, хорошо, понял. Ну, то я тебе предлагаю, сейчас я извиняюсь за тайм-аут. Да. Все, как бы, давай. Все, хорошо. Че, опиши, пожалуйста, ситуацию, Сань. Ну вот, он сидит, значит, согнувшись над этим пультом, вытащил из него несколько резисторов и транзисторов, что-то приподсоединил как в пульте, так и в самой рации. Пахнет канифолью, пахнет... Понятно. Средствами, которые... Поэтому он сидит, значит, и продолжает работать что-то над этим делом.
Так, а подожди, подожди, несу это туда. Я как бы говорю это примерно таким голосом, чтобы гусь понял, что что-то происходит. Да? Ну, понятно, достаточно громко. Подожди, не суй! Я не знаю это. Он, гусь сейчас проснется, если... Он мне вставит люлей, он злой человек. Короче, там не надо, может, лучше, а? Бобер отругает выдру. Да. Выдерет выдру, ну. Да. А, гусь, ты встаешь? Ты все-таки все время как-то находишься в полудреме? Услышал, да. Ну, тебя довольно так, знаешь, повело тебя, так тебе спать хочется, но твое имя там упомянули. Кто мою рацию портит? Засранцы какие! Я ее полировал, лизнул даже два раза! Ну, я все, извиняюсь. Гусь? Давай. Ну, то есть я встаю, да? То есть я проснулся? Да-да-да. Да. Вот, я подхожу сюда, говорю... Че тут какие-то эти... Что-то не так? Да, вроде все в порядке, он что-то паникует. Я рад, что тут чиню. Жень, кидай на интеллект. А зачем кидать на интеллект? Ты можешь узнать. Диалог же идет. А я же не знаю. Ну, как ты спрашиваешь, так а что тут? Что там? В чем был шум-то? Он какие-то запчасти там что-то хотел переставить, говорит, не так, не надо. А да что хотел, знаю, я и переставил. Я... Вот... Нет, в смысле, я тебя не виню, я просто немножко разнервничался. Я... Ты все правильно делаешь там. Просто немножко испугался, он гусь меня побьет сейчас. А-а-а-а. Короче, это, скажи этому, гард, короче, я просто чиню рацию, что у вас повреждены некоторые детали. Я просто вставляю туда все. У вас просто нет некоторых вещей, нарушенные схемы. Жень, посмотри на рацию. Не, ну я ж не могу понять, что что-то не то. Или могу понять. То есть мне да же не можешь ты понять, ну, нет, я не могу понять технических навыков. Но ты можешь попробовать попытаться, если ты залезешь туда посмотреть. Но это будет очень небольшой минус к интеллекту. Я вспоминаю, ну, при последней встрече, когда с братом, да, с Кью, всякие смешные эти позывные. И я Гарту спрашиваю: ну что там, что-то с бобром или с выдрой там, я не понимаю. Ребят, вы че, выдрой... что с вами такое-то, а? А? Что с нами? И ты качаешься вот так, да? Да. А что-то понять не могу, выдра какая-то, бобер, вы о чем вообще? Да мы же ну я выдр любим. Люблю. А я бобра. Это каком плане? Не хочу знать, не говори, не надо. Ну, в смысле, красивые животные. Не, нет, не хочу ничего знать. Не хочу, ладно. Где ты лопата, Дима, большая-большая. Выдры-мутанты. Выдры-мутанты. С Марса. Ну и гуси, чой. Не, так я тебя спрашиваю, что-то случилось с нашими животными? Не, с животными что-то случилось, Манама. Манама, ну, халя-баля, ну. Нет, ты как этот, как полицейский академии. Я шапку Манама ходил, ничего не понять. Как там? Манамана, что-то или что-то он такой, типа, пел, какой там Хайтауэр, я не помню, там. Хайтауэр. А там вообще посмотри полицейскую академию. Вы, наверное, да же ты не чё, знаете. Я обожаю вообще. Ну ладно, все хорошо, продолжаем. Ну давайте. Ну да, я понимаю, да. что-то не так. Как ты понимаешь, ты не знаешь. Не, ну там, я же спросил. Я, слушайте, этот, он же может понять этот самый, на лицо посмотреть. А ты не это самое там. Ну ага, и еще больше себя загнать в минуса по отношению к нему. Нет, я просто хотел. Не, почему? Не, посмотреть не как рация там, что он там правильно неправильно делает, а не трендит ли он, что он правильно или неправильно делает, на него посмотреть. Поняли? Да-да-да, ну давай, давай. Поймешь это он, что врет. Ну и че? Ну это что-то кинуть надо тогда. Так что вы хотите понять, конечно. Вы отыгрываете, ребят, что-то чешули, что за него голова. Короче, подожди, я понимаю, что что-то не так по вот этим выдрам и так далее, да? Потому ну, Гаррет что-то паникует, да. Да, я понял. Я понял, что что-то, видимо, что-то угрожает, так скажем, моим нашему мероприятию, моим подопечным, да. А для меня это почти основное. Вот. Да. Я...